21 сентября президент Ильхам Алиев встретился с председателем Великого национального собрания Турции Бинали Йылдырымом. Глава государства выразил признательность Бинали Йылдырыму за участие в торжественном заседании, посвященном столетию создания азербайджанского парламента. Отметив важное значение первого официального визита Бинали Йылдырыма на посту председателя парламента в Азербайджан, президент Ильхам Алиев выразил удовлетворение в связи с его очередным визитом в нашу страну. На встрече был вспомнен недавний визит в Азербайджан президента Турции Реджеп Тайпа Эрдогана, а грандиозный парад, посвященный столетию освобождения Баку от оккупации, был расценен как яркое свидетельство дружбы и братства между нашими странами. В ходе беседы было отмечено, что дружеские и братские отношения между Азербайджаном и Турцией, в том числе межпарламентское сотрудничество, успешно развиваются. Выражена уверенность в их дальнейшем укреплении и расширении. Во встрече принял участие председатель Милли Меджлиса Октай Асадов.